Блядь, мне сегодня хейтеры писали и сказали, чтобы я Русь оставил. Мол, тебя тут кормили, воспитали, а ты против скреп и божьих правил. Я не против, люди. Вы чего? Я за божий промысел повсюду. Просто грустно, если честно, от того, что за Богом прячутся паскуды. Фарисеи, что подрясы носят, подаяние не божьей длани. Это им безбожники приносят, что диктуют, как нам жить тут с вами. Я совсем наоборот, я за Россию, я за Родину, одна ждалась. Только если бы меня спросили, я бы ответил, Родина не власть. Завтра сменится партийная система и забудутся вчерашние законы. Но слова с поступками, что сделал, ими ты навечно будешь скован. А вы разделяете понятия Родина и государство? Или для вас это одно целое? Расскажите, поделитесь в комментариях. А для заказа поздравлений или сборника мужской и женской пишите в личку или опять же в комментарии. Я вам везде отвечу. Скоро 23 февраля. Сделайте своим мужчинам приятно. Видишь меня впервые, сразу подписывайся. Потому что мне уже не 18. Не сегодня, завтра в моем доме заиграет музыка, но я ее уже не услышу. Успевайте. Такой ценный кадр, господи. Хорошая.